Рот закрой, сука! Я видел рот своими глазами! Ты чё, как ты? Руки убрал, ты чё? Единственная правда, которую скрывала Волочкова. Недавно Анастасия Волочкова приняла участие в передаче «Секрет на миллион», где вспомнила о болезненном разводе родителей, пишет портал Стархит. На съемках, которые длились почти сутки, затрагивались разные темы. Но именно тема развода родителей вызвала у Волочковой слезы на глазах. Родители артистки развелись более 20 лет назад, но только сейчас в эфире телепередачи прозвучало признание звезды. Волочкова сама стала инициатором развода родителей. Звезда призналась, что попросила маму жить отдельно, чтобы родители не мучили друг друга. «Если честно, я даже стала инициатором окончания совместной жизни моей мамы и папы. В какой-то момент мама мне сказала, что она чувствует, что у папы какие-то там свои истории. Я просто предложила им не обманывать друг друга. Я сказала о папе: ты же будешь меня любить, а маме ты будешь со мной рядом. Поэтому я сказала, что им не надо жить вместе», рассказала Волочкова о разводе родителей.